Микрорайон Подрезково, улица Школьная. Накануне здесь загорелся деревянный дом. Вообще у них шланги большие, суда длинные. Постройка 1937 года. По словам местных жителей, дом давно заброшен. Время от времени в нем обитали люди без определенного места жительства. По предварительным данным, именно они допустили возгорание. Однако в момент приезда спасателей на месте никого не оказалось. Площадь возгорания составила более 90 квадратных метров. Дом выгорел буквально дотла.